Портал fb.ru расскажет о экстрасенсе, предсказавшем коронавирус и пожар в Нотр-Даме, который говорит о конце света. Молодой экстрасенс из Великобритании уверяет, что он знал о том, что на Земле произойдет вспышка коронавируса еще в 2018 году. Парень утверждает, что эта болезнь, как и изменение климата, наблюдающиеся сегодня, свидетельствуют о приближении конца света. Молодой человек по имени Николас, проживающий в Южном Лондоне, уверяет, что может предсказать будущее и видеть прошлое. По словам парня, когда он услышал по телевизору о том, что в мире наблюдается вспышка гриппа, именуемого коронавирусом, то он тут же ощутил мрак, предчувствуя, что грядет нечто ужасающее и неотвратимое. Молодой человек с самого детства, по его словам, видит будущее и также видел себя в своих прошлых жизнях. В одной из них, как он уверен, парень был львом, а в другой – египетской царицей. В своих ощущениях он уверен полностью и всегда им доверяет, потому что то, что он предсказывает, всегда срабатывает, заверяет экстрасенс. Кроме того, Николас рассказывает, что наблюдающуюся сейчас эпидемию коронавируса он видел в своем сне еще в 2018 году, но тогда никому об этом не сказал. Еще в конце того года он знал о том, что мир столкнется с подобным бедствием. И именно с гриппом, который будет напоминать настоящую вспышку, охватившую всю планету. Во сне, как рассказывает экстрасенс, он увидел, что эта напасть придет от домашних животных, что она быстро распространится по всему миру и что называться она будет гриппом. Молодой человек подчеркивает, что в его повседневной лексике нет такого слова, как грипп, потому он, проснувшись, очень удивился тому, что это название всплыло в его сне. Он в тот же момент понял, что только что ему приснился вещий сон, но когда именно сбудется то, что ему привиделось, он еще не знал. Николас не стал придавать большого значения своему сну. Парень знал, что он сбудется, потому что это часто происходит с ним еще с детства, но все же решил не думать об этом. Однако, через несколько месяцев, в одну из ночей, его вещий сон повторился в точности. Снова Николас увидел, что грядет большая беда, что принесут ее домашние животные, что распространится недуг на всю планету, и называться он будет грипп. Проснувшись, Николас испытал чувство подавленности и тревоги. Второй раз свой сон он увидел уже после того, как по телевизору стали появляться первые сообщения о коронавирусе, зафиксированном в Китае. Теперь все стало на свои места. Экстрасенс понял, что именно означал его сон и о чем предупреждало его чутье. Он не мог раньше предупредить никого о надвигающейся опасности. Это достаточно сложно, потому что обычно то, что видит экстрасенс, тем более во сне, появляется в виде неясных образов, которые сложно интерпретировать с высокой точностью. Николас поясняет, что в этот момент он просто наблюдает какое-то видение, которое тут же исчезает после пробуждения, и он живет дальше своей привычной жизнью, возможно, совсем забывая о том, что видел. Так произошло и на сей раз, но при просмотре новостей он понял, что на самом деле ему приснилось. Когда Николас смотрел новости, он четко ощутил, что в мир пришла большая беда. Экстрасенс в тот момент уже знал, что в Китае коронавирус не останется, что он распространится и на другие страны, хотя об этом на тот момент речи еще даже и не шло. Сегодня Николас говорит о том, что хотя страны принимают правильные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, делать необходимо гораздо больше, и этих мер может быть недостаточно для того, чтобы сдержать пандемию. Наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, чей иммунитет и так ослаблен, и правительству, по мнению экстрасенса, следует усилить меры, чтобы предотвратить заражение этой категории населения. В своих видениях экстрасенс увидел, что переломным моментом в ситуации с коронавирусом будет период с мая по октябрь этого года. Именно эти месяцы будут настоящей кульминацией заболеваемости. Так что сегодня никому расслабляться еще не следует. Худшая планету ожидает еще впереди, предупреждает экстрасенс. И дело не только в том, что в мире будут болеть люди, а в том, что будут введены ограничения,
влияющие на повседневную жизнь каждого. Пострадают бизнес и экономики многих стран мира. А также в сложившейся ситуации могут произойти серьезные перестановки в правительстве Великобритании, так как население может потерять доверие к правительству. Самое пугающее, что предвещает экстрасенс, это конец света. Его начало молодой человек видит в коронавирусе и изменение климата на Земле. По словам парня, он часто видит в своих видениях, как жизнь на планете постепенно угасает. Происходит это главным образом потому, что человек не научился жить в согласии с природой, превратив планету в саморазрушающееся минное поле. Однако произойдет это все не скоро. Сам экстрасенс этот момент в своей жизни уже не застанет, но началом данного процесса, как считает предсказатель, вполне можно считать ту ситуацию, которую сейчас наблюдает весь мир. А вы верите в предсказания экстрасенса? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.